Ну вот два пьяных ударили машину и пытаются уехать. Я взялась 100 фотки. Что? Да я тебе 150. Ой. Да, 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 да. Да. Сейчас поразберемся, кто за. А так вот я, может, на Натахе позвоню? Звони корреспондентам, конечно. Алло. Да. Да. Добрый день. Ну сейчас тут два араба пьяных пытаются срыть. От них явно пахнет перегаром. Ну, явно пахнет перегаром. На BMW черном. Ну, если мы сейчас начнем, они так, ну, такие... Агрессивно настроены, да. Сильно борзые. Просто, сейчас будет просто драка. А, нельзя фото. Можно фото. Не, ну сейчас пытаемся перекрасить. За это тоже ответишь. Так можно. За это тоже ответишь, дружок. Ну сейчас, не, ну мы уже собрали. У себя ты откуда родом вообще? Я французский. Французский? Вот во Франции так будешь показывать. Да, а в Украине я тебе сейчас палец сломаю. Украина одна. Вы хотите это мир? Француз. Да стой! Да, ну блин, они толкают вообще. Знаете, стой, да, тебе говорю. За казино. Да нет, все, мы вытащим. Меня не пугай. Да это самое, мы добрали уже за казино. Да. Сядь машину. Что? Сядь машину, милицию будем ждать. Машину сядь. Ты ручки свои нормально поставь. Вот сядь, машина, сядь поведу, машину, жди ДТП милицию. ДТП совершил, поставил его на стоянку. Все. Базара не будет. Сейчас приедет милиция. Освидетельство на алкоголь. Про права можешь забыть. Не надо, пожалуйста. Понял? Что? Не надо обратиться мной. Андрей, не надо. Сядь в машину. Все. Сядь в машину, с тобой никто не будет разговаривать. Ну вот так, посиди, посиди, да, 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 да. Ты на работе? Давай, да, давай, давай, давай. Алло, Наташа.